На праздник были приглашены не только действующие полицейские, но и ветераны, много лет прослужившие в органах внутренних дел на транспорте. Прибыли поздравить транспортных полицейских Сочи и руководителей других правоохранительных структур города. Они поблагодарили сотрудников за обеспечение общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий. Совещание посвятили приятным моментам. Молодым сотрудникам были присвоены первые офицерские звания и вручены погоны. За проявленный профессионализм в работе многих полицейских наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. А особо отличившиеся получили из рук начальника управления памятные медали. Награждали в этот праздничный день не только сотрудников, но и тех, кто лишь собирается связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел на транспорте. Школьникам, прошедшим стажировку в линейном управлении в рамках всероссийской акции «Студенческий десант», вручили памятные дипломы.